Сегодня мы вспоминали с вами, дорогие, удивительное Евангелие, которое уже готовит нас к великому посту. Как Иисус Христос, придя в Иерихон, это древний город, торговый город, вдруг по дороге встречает Закхея. Это был начальник мытарей, сборщиков налогов. Но этот мытарь так хотел встретить Иисуса, чувствуя, что то, чем он занимается, это такое презренное дело. Он обирает не только своих и чужих, но и даже своих братьев. И вот эти непомерно берущие налоги, кто такой мытарь? Это налоговый инспектор сегодня. А Закхей, кстати, интересно, переводится его имя как справедливый и праведный. И кажется, какая же тут справедливость, какая же тут праведность, какое же здесь правдолюбие. Он совершенно не соответствовал своему имени, оббирал, обкрадывал и присваивал себе то, что ему не принадлежало. И вот он, понимая свой грех, видел, как подходит Иисус, взобрался на дерево. Кстати, сегодня корни и ветви этого дерева сохранились в Иерихоне, и, будучи с паломниками во Святой Земле, я видел это дерево, на котором сидел Закхей, взобравшись на него, чтобы видеть Иисуса Христа, потому что сам Закхей был маленьким ростом. И вот когда Христос проходил, он заметил его, увидел его и сказал: «Закхей, слезь, ибо сегодня мне надлежит быть в доме твоем». И вот Закхей с радостью слазит с этого дерева, приготавливает все необходимое в доме, и Христос заходит к нему, как сказал. Многие осуждали Христа, как он может зайти к этому грешному человеку, ведь он самый презренный среди живущих в Иерихоне. Но когда с радостью встретил Закхей Христа в своем доме, он встает и говорит в присутствии всех, никого не стесняясь: «Господи, все полимение моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо», то есть четверицей. И потом Христос говорит собравшимся: видите, и он сын Авраама, ибо Христос, сын человеческий, пришел спасти и взыскать погибшие. Христос пришел спасать не праведников, а грешников. И вот когда человек чувствует, что он согрешил перед Богом, к нему приходит Христос. Какие мы сегодня извлечем выводы из замечательного евангельского благовестия? Первое, что в каждом человеке, как бы его ни называли, есть зачатки праведности и святости. Сам Закхей носил это имя, и в каждом человеке, данное ему при крещении, это святое имя. Поэтому, относясь к ближним, дорогие братья и сестры, не забывайте, что даже в самом отпетом преступнике, в самом последнем грешнике, имя его свято. И он носит святое имя, данное ему при крещении. Но забывший об этом имени и отступивший от Господа, попадает в эти тяжкие грехи. Мы с вами вспомним слова сегодня этого мытаря Закхея: «Все полимение моего отдам нищим». А теперь давайте посчитаем. Да, у него было много награбленного. И вот если он половину из награбленного отдает, а потом еще и раздает всем тем, кому был должен, у кого что и присвоил, кого-то обманул, отдал вчетверо, то он остается практически без ничего. Он превышает закон Ветхого Завета. Он ради ближнего все раздает. Тот, который обкрадывал, обманывал, лжесвидетельствовал, искупает свою вину добрыми делами. И ныне дому спасения бысть, говорит Христос. Вот сегодня этому дому пришло спасение, потому что и он сын Авраама, потому что Христос пришел спасти погибшие. Для нас какой урок? Может быть, кто-то из нас не готов отдать половину имения, так давайте хотя бы воздадим тем, которых мы обманули, а может быть, что-то присвоили по закону этого сегодняшнего Евангелия, вчетверо больше. Я вам приведу маленький пример. Однажды мы со школьниками обсуждали это евангельское благовестие. Детям очень нравится этот пример Закхея. Расскажите детям своим, внукам об этом примере.
И вот мы вспоминаем, а ты никогда ничего не присвоил чужого? И кто-то говорит, а я взял у Петьки карандаш. Говорит, а я резинку у нее украла. Резинку украла, да, ой-ой-ой. Вот что нужно сделать, чтобы искупить в отношении сегодняшнего евангельского благовестия свою вину? Я завтра 4 резинки ему принесу, а я 4 карандаша. И вот мальчишка сидит, говорит, а я у одного мальчишки жвачку украл. 4 жвачки завтра принесу. И у них пробуждается вот это чувство, что если я виноват перед ближним, я должен отдать ему вчетверо. Вот братья и сестры, и мы, лучше не брать. Но еще по Ветхому Завету, если кто овцу украл, отдай 4. Поэтому люди говорили, зачем мне 4 отдавать, когда у меня есть одна. Не бери другого, больше придется потерять. Потому что все, что мы взяли, это не наше. Наше – это то, что мы отдаем. Вот какой интересный урок нам преподает сегодня праведный и справедливый Закхей, хотя до этого он жил жизнью грешника. И последнее, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы напомнить всем нам, что иногда мы думаем, что наша духовная болезнь пройдет сама собой. Как иногда мы чувствуем, что телесная болезнь проходит сама собой. Стоит немного полежать, попить горяченького чайку с медом, с малиновым вареньем, и смотришь, проходит. Немножко воздухом подышал, немножко отдохнул, немножко выспался, ну, немножко таблеточек попил и выздоровел. Ну, как бы само собой здоровье вернулось. Духовное здоровье само собой не возвращается. Для этого нужна благодатная сила свыше от Господа нашего Иисуса Христа. Потому что, когда мы грешим, мы теряем благодать Божию и разрушаем свой внутренний мир, от того и болеем. И вот если сама собой иногда болезнь телесная проходит, то для того, чтобы избавиться от болезни духовной, нам обязательно нужна исповедь. Нам нужно обязательно сказать: «Господи, прости меня». И опять же увидеть, как Закхей, свои собственные грехи. «Господи, даруй мне видеть мои согрешения и не осуждать никого из тех, с кем я живу или с кем я работаю». Вот к чему и призывает нас церковь в эти дни, уже начиная готовить нас к Великому посту. Я искренне хочу пожелать всем вам, дорогие, чтобы каждый из нас старался смотреть внутрь себя, смотреть на свои грехи. И тогда, по слову Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Изми прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как убрать соринку из глаза ближнего твоего». Но давайте видеть свои грехи, бесчисленные, как песок морской. И, как говорил один из святых земли нашей, что если кто увидит свои грехи, бесчисленные, как песок морской, это значит, что он начинает, вы слышите, он только начинает духовную жизнь. Без видения своих грехов мы будем видеть грехи всех людей, но не свои. И так духовную жизнь и начнем. Поэтому помоги нам, Господи, молитвами всех новомучеников, исповедников, которые слышали это Евангелие, которые раздавали свои имения нищим, которые не жалели на нужды церкви, на нужды богоделень, на нужды больных, бедных, страдающих людей, и шли за Христом. Но для того, чтобы прийти к Нему, нужно немножко подняться над суетой, над толпой, как Закхей. Он хотел подняться, он влез на дерево. Нужно немножко оторваться от этой суеты, от этих гаджетов, от интернета, от телевизора, от новостей. Немножко вот подняться, вот как сегодня вы поднялись по ступенькам в храм. И я искренне верю, что сердцем увидели Христа. Что те, кто сегодня был на литургии, особенно те, кто причащался, не только увидел, но и соединился с Ним. Вот с этим вас хочу всех причастников поздравить. А все, кто присутствовал сегодня, пожелать вам, дорогие братья и сестры, давайте видеть свои грехи. Давайте понимать, что только грех является причиной всех наших страданий, невзгод и болезней. И давайте помнить, что у нас есть Тот, Который пришел спасти и взыскать погибших. То есть найти и спасти. И вот тогда, кто обретет эту веру, по слову самого Христа, войдет в дом Его сам Христос и спасет. Вот этого всем вам хочу пожелать. И дай, Господи, вам мира душевного и телесного. И храни всех вас, Христос. Аминь.